При том, что ты, в общем, не играешь ни стаккато, там, я не знаю, где-то ноги одна к другой приходит, он как-то не тянуть. Вот может просто не тянуть. Совершенно очевидно, что характер этой песни достаточно грустный, такой, не военный. Понимаешь, я вот сейчас хочу, чтобы она попробовала зазвучать. Понимаешь, вот ты все правильно говоришь, что не звучит совсем. А это вот как раз сейчас прямо это начать. Представляет Раина Музей. Знаешь, нельзя вот так вот, знаешь, доучиться, не знаю, не понять такого класса. Да? Я не буду давать по звукам, вообще нет такой полностью. Вот то время, которое ты дома занимаешься, вот сейчас вот эту пьесу тоже знаешь на память, вот все, что здесь есть, тоже. Знаешь, вот теперь вот вообще лучше бы раньше вместе сразу планом. Но даже сейчас это еще не план. Звуком. Понимаешь? Это аккомпанемент, он тише. Это само по себе. Тихо иногда играть труднее, чем громко, потому что звук пропадает. Да? То есть вот, да. Это вот очень точно надо как-то пальцем выставить, чтобы звук не пропадал. Дело делает, безусловно, громче. Thank you.
пальцами что-то такое шевелим. Мы забываем, что это мы не пальцами шевелим, мы звук производим на свет. Звук. Потому что то, как мы пальцами шевелим, там никто не видит. Они нас все слушают. Если ты не будешь слушать, что ты играешь, то там тоже не будет слушать, что ты играешь. Это такая смысл. Слушай. Thank you.
даже пробовать. Второй. Вот тут второй самый. Ну и на него еще.
свечи так как следует рухнешь, и звук точно не пропадет. Знаешь, это вот нужно вот как скрипачи с мычком, они же у них тоже никаких педалей нет, ничего нет, вот тянут, вот сколько тянут. Бросят тянуть, пропадет, все будет как ну, это, здоровый. Thank you.
да, вот так. Значит, оптимизация.